Всем здравствуйте, с вами на связи Лени, я приветствую вас на своем канале. А сегодня я хочу сделать расклад, который предложила Сайде Аметова. Называется он «Одинаковые цифры на часах, номера машин». Что это значит? Смотреть мы с вами будем сегодня на колоде «Небо и Земля». И будем смотреть на колоде «Мона Лиза». Я ее не изучала. А вот такая вот у нее, значит, обложечка. Это моя новая колода. Я буду ее использовать как оракульную. Я еще для себя не определила, хочу ли я ее изучить как колоду Таро, либо как оракульную. Почему? Потому что она отличается от классики. По крайней мере, в брошюрке так было написано. Некоторые ключевые слова, которые я посмотрела, где-то пересекаются, где-то нет, но не суть. Мы ее будем рассматривать вот как оракульную сегодня. Вот, и наша любимая колода, скорее всего, моя «Небо и Земля». Вы выбираете себе позицию, первая, вторая, третья, голубенький, красненький и зелененький. И мы с вами посмотрим одинаковые цифры на часах. Наверное, отдельно посмотрим, что означает. И одинаковые цифры, как номера машин. Так. Ну, надеюсь, готовы. Мышка мне не мешает. Кто-то сюда. Отодвигаем. Мы с вами приступаем. Позиция номер один. Голубенький камешек. Что значит одинаковые цифры на часах? Так. Угу. Смотрите, цифры на часах, у меня такое ощущение, что может единицы вы как-то видите, либо семерки. Мне так кажется, да? Ну, то есть не обязательно, чтобы это было так, но вот мне почему-то вот так именно кажется. И повторные цифры означают, и то, и другое имеет отношение к вашим мечтам. Да, то есть... повторные цифры на часах, они говорят о том, что вы можете, да, как будто бы, знаете, вот вас мотивируют, да, двигаться дальше. Как будто бы вам дают подсказки, что открыты двери, и вы можете идти дальше, да, то есть пришло время реализовывать ваши желания, то, о чем вы мечтали, то, чего вы хотели, да, сейчас вот самое подходящее время. Либо здесь они могут давать как знак, что пришло время определиться со своими желаниями, да, выбрать, что вы именно хотите, да, здесь с выбором также может быть. Что еще? Ну да, долгое время, да, ну вот с выбором. Долгое время зависаете, не принимаете какое-то правильное решение. Знаете, очень много анализируете, думаете, надо, не надо, в правильном ли направлении я иду, то ли это или нет. Вот здесь как будто бы вот вас поддерживают и говорят, что идите, идите вперед. Сейчас я еще на этой колоде посмотрю, как оракульная. Да. Здесь колода говорит о том, что вы, знаете, здесь вы как будто бы должны одержать победу над самим собой, да, вот как-то больше вам уверенности, что ли, не хватает. Вы уже победитель, в принципе, если вы что-то ожидаете, либо ожидаете какого-то знака, какой-то подсказки, идти вам или нет, то подсказка говорит «да». Что еще? Здесь такое чувство, что вот вам как будто бы не хватает какой-то поддержки, вам не хватает какой-то защиты. Я не имею в виду физической, я имею в виду поддержки в ваших мечтах и реализациях. Вот вы как будто бы, знаете, боитесь, что будет что-то, я не знаю, ну вот как критика какая-то, да, и вот такое ощущение, что вы как будто бы просите своего, ну, врага в кавычках, да, что, ну, не бей меня, да, я с благими намерениями. Ну, как будто бы вы себя подготавливаете к чему-то такому. Поэтому я говорю, что вам защита нужна. Вы себя как будто бы настраиваете, да, что придется как-то вот договариваться, придется кому-то что-то объяснять, кому-то что-то рассказывать. Здесь все вокруг ваших идей. Хорошо, номера на машин.
Номера на машинах. Наверное, сегодня будет самый маленький расклад. Номера на машинах. Да? Что это за знаки, если повторные? А здесь номера дают вам какую-то информацию. Это действительно какие-то знаки свыше. Какие-то действительно серьезные знаки дают по поводу какой-то конфликтности по отношению к себе, либо по отношению к другим, скорее всего, к себе. Вы слишком жестки сами собой, да, вот в требованиях того, как вы выстраиваете. Здесь такое ощущение, что вот у вас очень высокая планка. Вы сами себя где-то ругаете, сами себя где-то критикуете за то, что у вас что-то может не получиться, да. Может быть, все идет очень медленно, не так быстро, как вам хотелось бы. На самом деле вы сейчас закрыты от всего, и вот и от мира, как-то погружены вглубь себя. Ну, вот, а потому что у вас еще анализ идет. И здесь вам говорят, наверное, что уже труби, да, идите. Идите вперед. Ну, машины тоже говорят. Что еще здесь за знак? Как подсказка. Знаете, не будьте... И вот здесь какие-то правила, да. Иногда, мне кажется, вам нужно нарушать какие-то правила. Слишком вы уж... живете в соответствии с какими-то моралями, прям, знаете, все правильно-правильно. Такое ощущение, что вот хочется вам где-то нарушить самого себя, ну, свои какие-то правила и установки. Слишком много всего изучаете, слишком много всего читаете, и вот как будто бы, знаете, вот горе от ума. Какие-то переживания, уже расстройства, уже хватит изучать, и что нужно сделать? Да вы уже как будто бы, знаете, такой прирожденный оратор. Чувство, как будто бы вы уже готовы что-то вещать, рассказывать людям. Да, люди уже как будто бы молятся за вас, либо на вас. Ну, поклоняются, да, перед вашим каким-то мастерством. Здесь у вас знаки просто говорят о вашей неуверенности, да. Что на машине, что на часах, говорят об одном. Двигаться дальше, быть уверенным в себе, и все у вас получится, определиться, да. Здесь как будто бы решительности не хватает. Вот как только решитесь, все встанет на свои места. Позиция номер два, красненький камешек. Вторая позиция, да, сегодня у нас экспресс-расклад получился. Одинаковые цифры на часах. Что они говорят, потом отдельно на машинах посмотрим. Одинаковые цифры на часах. Шестерки кто-то здесь видит. Четверки видит. Четверки. Кто-то видит 23-23. У вас не обязательно будет одинаковые цифры. Да? Вот как я сказала, например, 3 шестерки, либо 3 четверки. Здесь может быть такие похожие цифры, да, но они не одинаковые. Ну, вот как я сказала, например, там 23-23. Кто-то может видеть, например, 54-45. Зеркально тоже видите числа. Девятки кто-то в разных комбинациях девятки видит. Так, что значит на часах? Ну, вы настроены на какое-то движение, да? Кто-то хочет праздника, действительно, какого-то, знаете, вот отдыха, но не отдыха расслабления, нет, а отдыха как вот увеселительная какая-то, достаточно активная, но увеселительная программа. Кто-то хочет с кем-то встретиться, да, здесь какая-то вот встреча. Встреча, праздник, общение, ну вот что-то такое легкое. Король Педакли, это о чем? Так, здесь какие-то волнения, переживания идут. По поводу ухода, кто ушел, куда пошел. А, здесь у кого-то, видимо, был разрыв, либо расставание, либо здесь кто-то... из-за карантина, да, может, есть какое-то расстояние, либо вы не можете как-то встретиться, да, и вот ощущение такого того, что вот либо хочу как-то воссоединиться с кем-то, да, либо все как-то
чтобы устаканилось, да, чтобы все как было так, как раньше. Либо, наоборот, кто-то хочет найти свою пару, да, но вот здесь вот какой-то вот, с одной стороны, ну вот воссоединение, встреча, здесь встреча точно какая-то, с семьей может быть, да, может быть праздники, да, может быть кто-то хочет, думает о Пасхе наступающем, да, праздники, правда, еще рано, но в любом случае, как-то подумает, потому что здесь есть какая-то дорога, есть какое-то расстояние, и хочется вот как будто бы воссоединиться с кем-то, вот, либо встретиться с кем-то. Так, и о чем нам говорят? Это то, что вы хотите. О чем говорят цифры повторные на часах? Угу. Вы как будто бы хотите какого-то начала, да, либо чего-то завершения и начать по-новому, либо абсолютно снова с чистого листа, да, вы как будто бы принимаете какое-то решение. Вот, и вам цифры говорят про это. Что будет с этим решением? Ну, у вас есть надежды, да, что все получится. У вас есть надежда, либо вам цифры говорят про то, что... То, что я описала, да, у вас получится. Как будто бы, знаете, вот позитивный знак на то, что получится. Угу. Ну, вы будете радоваться. Какая-то радость, вот ожидает вас какая-то радость. Я не знаю, кто-то хочет куда-то поехать просто, да. Кто-то может, какая-то встреча здесь может быть, какое-то воссоединение, может быть, с семьей у кого-то. Ну, как какого-то праздника душевного вы хотите, вы очень надеетесь на эту встречу. И здесь вам говорят, что да. Хорошо, а цифры на машинах одинаковые, о чем? Знаете, а опять-таки о какой-то дороге достаточно быстро вы как будто бы либо вы хотите, чтобы вам что-то подарили, либо вы хотите кому-то что-то дать. Если это не подарок, то кому-то что-то дать. Что-то такое очень ценное вы несете прям, знаете, скачете как этот, не покладая, как говорится, рук и днем, и ночью, да, вот прям на лошади скачете, хотите... Быстро-быстро что-то, либо привести, либо какую-то информацию, либо что-то ценное, либо отдать, либо получить. Очень много здесь общения мне показывает. Тут через интернет. Какая-то новость, который, вот знаете, как-то удивит о каком-то празднике, но здесь у кого-то, знаете, вот как будто бы переживание, да, вот как разбитое сердце, может быть, кто-то болеет, и вы хотите либо узнать какую-то новость о том, что человек выздоровел, либо вам скажут какую-то новость о том, что человек выздоровел. Да, здесь как будто бы, знаете, какое-то вот разногласие было. Я не думаю, что это ссора, просто какое-то разногласие было. Разъединение, может быть. Угу. Скорее всего, ссора какая-то была. И что с этой ссорой? Ну, вот и вы предполагаете, что все хорошо завершится. Вот вы как будто бы очень надеетесь на это. Как будто бы, знаете, вот прям вот колдуете над тем, чтобы все случилось. Хорошо, еще о чем говорят цифры машины? Знаете, о каком-то новом начинании. Может быть, кто-то действительно кого-то пригласят на праздник в прямом смысле, крещение, да, что-то вот какое-то начинание на обновку какую-то, да, как этот, когда что-то новое покупаешь, омывание, да, на омывание. Кто-то, может быть, что-то купит, и вот как-то, ну, пригласят вас на какой-то праздник, а у кого-то действительно в прямом смысле крещение будет.
Какое-то новое начало. Вот новое начало, связанное с чем? С какой-то дорогой. Вот начало, связанное с дорогой. Завершение. Вот я говорю, там что-то завершение было. И какие-то хорошие, благие новости вам идут. Угу. Как-то связано с вашей семьей. Хорошо? Так, это была у нас вторая позиция. У меня так получилось, как будто, это, знаете, вот предсказательная какая-то система. Я не люблю предсказания, но вот получилось как предсказание. Забавно. Забавно, потому что вот колоду Мону Лизу я использую как оракульную. Так, это позиция номер три. Зелененький камешек. И мы с вами посмотрим, значит, одинаковые цифры на часах. Забыла сказать, да, скажу вам, у меня есть уже аналогичный расклад о знаках и символах. Вот, я в начале, в заставке, да, в подсказках всплывет. Подсказка, можете посмотреть, нажать и посмотреть расклад. Забыла сказать на предыдущих позициях, видимо, вам важно. Одинаковые цифры на часах. Тройки. Тройки. Три и один мне показывают, да? Днем может быть, да, там 13, ну, то есть час дня, да, где-то так вот. 13-13, либо 13-31. Шесть утра и шесть вечера, то есть как 18. Хорошо, одинаковые цифры. На часах о чем? Дьявол, дьявол. С чем у нас связан здесь дьявол? Какое-то вот у вас душевное состояние. Не очень хотите одержать какую-то победу. Над чем? Над своей какой-то неуверенностью. Знаете, есть такое чувство, как вы хотите принять какое-то решение. Скорее всего, не чтобы принять, а найти. Причем какой-то творческий такой подход, да, какой-то вот такой, такое чувство, что вот вы хотите, чтобы ваша душа успокоилась. Уже надоело, да, в тупике. Вот вы как будто бы ищете решение и не можете. Вас болтает туда-сюда, какая-то вот суета. Сами себя загоняете и не можете найти, ну, не можете одержать какую-то победу, да, чтобы успокоиться. Что случилось? Как-то, может быть, переживаете либо по поводу денег, либо по поводу работы. Хотите, чтобы какие-то изменения произошли, уже как-то вот устали с тем, что было связано в прошлом. Какие-то вот страхи, огорчения. Ну, в общем, не очень хорошее состояние ваше душевное сейчас. Вот, и вы как будто бы залипли, да? Вот здесь дьявол, он у нас показывает некое такое залипание, да, вот прокручиваете, даже вам уже самим это тяжко, уже надоело, но вы в голове все равно прокручиваете один и тот же сценарий, вот, как будто вы уже не можете избавиться, и, ну, вам самим уже надоело, нудно, но отлипнуть никак не можете. Хорошо, а цифры что вам показывают? А цифры что показывают? Что, знаете, все будет хорошо. Все будет хорошо, будет у вас шанс, будет возможность определиться. Ну, то есть будет, да, какая-то возможность сделать правильный выбор. А что выбираете? Ну, как-то в общении, в коммуникации. Тяжело, тяжело, закрываетесь. Закрываетесь, сложно, сложно общаться. Ну, короче, с деньгами, да, проблемы какие-то, кризисы. Сложности. И с одной стороны с деньгами, а с другой стороны у кого-то может быть даже и как-то с семьей что-то связано. Либо как-то с эмоциональным фоном, да. Ну, то есть не можете как-то определиться, что как здесь даже может быть, знаете, между действовать либо не действовать. Если действовать, то так, чтобы это было в удовольствие, да, то есть здесь не обязательно между двумя какими-то вещами, например, семья и работа, нет. А здесь вот какой-то, знаете, вот вы урок проходите на самом деле, такой достаточно сложный урок.
Урок какого-то взросления. Урок взросления и сильно какая-то кризисная у вас ситуация на данный момент. Какой-то этап такой, как этот ментальный, какой-то сложный, да? Вот вам в голове как будто бы перегруз идет на ментальном плане. И это вот как-то вас тяготит. Устали вы немножко. Устали думать, да? Здесь не то, что вы физически как-то устали, либо еще что-то. А вот, знаете, вот иногда бывает, когда ну, много-много читаешь, и вот уже голова пухнет. Особенно если, допустим, сдаете куда-то экзамены. Да, если обучаетесь где-то, ну, и вы понимаете, что нужно еще, а уже информация вот куда-то не лезет. Вот здесь вот такое вот ощущение. И цифры вам говорят, что все будет хорошо. Вы сможете, ну, будет шанс, да, определиться. По крайней мере, такая возможность будет. Успеете вы ее схватить, увидеть или нет, это уже второй вопрос. Это все связано как-то с дальнейшим движением, а вы не двигаетесь. Почему? Вы знаете, здесь у вас такая ситуация, она не разовая, она давно. Вы периодически пятитесь назад. Да, вы как будто бы ну, не можете здесь, не то чтобы прорыв, а не можете ну, выйти как-то вот на свет. Страшно. Залипаете, да, залипаете в каких-то своих старых сценариях. И вам говорят, этого делать не нужно. По поводу, знаете, может быть, ощущать себя... непонятно в профессиональной сфере, да, либо с деньгами, либо в профессиональной сфере, как я реализуюсь именно как мастер, да, какого успеха я могу добиться. Вот, как-то так. Ну, получится, должно получиться, по крайней мере, да. Вы должны прийти к примирению, да, и будет шанс. Если вы воспользуетесь им вовремя, то все будет хорошо, да, вы найдете как-то решение для себя, да, сможете внутри себя примириться, прислушаться к своей интуиции. Не слушать кого-то вовне, а услышать самого себя. Вам удастся. Почему? Потому что сейчас такая вот ситуация у вас, когда... Вы логически хотите найти какое-то решение. И вы не слышите вот своего внутреннего голоса, того, что вы хотите на самом деле. Сейчас у вас, знаете, такая вот у меня идет ощущение, что я уже устала, да? Я уже устала, либо устала и от ментального, и от того, чтобы решение найти, уже интуицию как-то я уже не хочу слышать, я уже ничего не хочу, да? Вот здесь вот какая-то вот... Вы как будто бы на износ. Почему? Потому что залипли в какой-то сценарий мыслей. И у вас одни и те же мысли, вот как жвачка, одно и то же, одно и то же. И уже усталость, вы уже ничего не хотите, уже не решать ничего не хотите, не слушать ничего не хотите. А вот такое ощущение, что просто как будто бы вас не трогали. Но вы сможете выйти из этого состояния. Хорошо, что вам говорят номера машин повторные, если вы видите... Причем, знаете, не номера такие одинаковые, а, ну, там, например, там 3, 4, да, или еще что-то. Нет, нет. У вас такое чувство, что как будто бы один и тот же номер на машинах, вот повторяющийся номер, либо комбинация цифр, она как-то повторяется. Не одинаковые, там, например, 4 четверки, да, или 3 четверки, нет. А такое ощущение, что вот какая-то комбинация цифр, например, там 93-54. И вот этот номер в разных комбинациях, он на разных машинах повторяется. Вот здесь как-то так. А еще вам одинакового цвета вот прям машины могут видеться. Почему-то мне кажется красный. Я не знаю, может быть, вы хотите машину себе купить красного цвета. Либо обращаете на машин, что что-то стало много красных машин. Либо что-то связано с красной машиной, вот именно самим цветом. Вот здесь вот цвет. Да, я поняла, потому что вы хотите движения, а движения нет. И вот красный как раз таки это и есть энергия, это и есть движение. Поэтому показали. Хорошо, номера машин. Так... Вот знаете, вот восьмерка мечей, что вот в одной колоде, что в другой. Да? Я ее сейчас не рассматриваю, Мона Лизу, как Таро, колоду Таро, а именно как оракульную.
Вот здесь тоже выпала восьмерка мечей, и знаете, вот как будто бы вы защищаетесь от этих мечей. Причем есть такое чувство, что предварительно, да, то есть вы как будто бы заранее знаете, что вот в какой-то момент, я не знаю, здесь мечи так выстроены, да, что они как будто бы в любой момент могут на вас обрушиться, и вы как будто бы предварительно защищаетесь от этого. То есть это еще не случилось, а вы на всякий случай вот как будто бы защищаетесь. Да, вот здесь император в этой колоде, если вам видно, посмотрите, Мона Лиза, да, вот он сидит и думает, он далеко вообще не император, да, вот смотрите, может быть, вам это даст тоже какую-то информацию для вас, да, то есть здесь по семерка мечей, здесь император, вот он сидит и думает, да, причем у него нет ресурсов, почему, потому что босиком сидит, как-то загрустил, есть не хочу, да, ничего, вот здесь вот какое-то вот бездействие, и, ну, устали думать, знаете, причем так интересно, вот в этой колоде, да, здесь Мона Лиза держит, значит, протягивает руку, а ведьма ей маятником на руке гадает, да, то есть вы уже устали что-то думать и гадать, да, как будет, что будет, вот про это. Так, что еще вам хотят сказать цифры, знаки на машины? Что помощь есть, понимаете, что вот вам протягивают руку помощи, и все будет хорошо. Да, не надо переживать. Вот как здесь сказали, да, про часы, что будет какой-то шанс, так и здесь вот какая-то помощь придет, причем помощь сверху, да, мне кажется, придет, да. Угу. Прям, знаете, вот как будто бы какой-то знак вам придет. Угу. Все сложится так, как и должно быть. Ну, то есть пользу, да, вот вы расслабитесь, вы почувствуете себя наполненным таким человеком, да. Угу. Все переживания ваши, они, да, и колесо фортуны, и смерть, все завершится, да. Будут перемены, и вот выпадает десятка педаклей, все будет хорошо. Все будет хорошо, мне кажется, это просто временно, как-то вот вы находитесь в каком-то вот этом безвыходном состоянии, чего бы это ни касалось. Да, какой бы эта сфера ни касалась, все будет хорошо. Вот последнюю карту для вас вытащу. Знаете, здесь вот такое ощущение, что вам нужно уйти откуда-то. Очень много за вами наблюдают, очень много за вами следят. А вот вы уже мастер в своем деле, только вы почему-то не верите, да? Кто-то вас копирует даже, кто-то срисовывает вас с ваших поступков, с ваших денег, с ваших дел. Знаете, здесь вот как будто бы рекомендация. Она говорит о том, что наслаждайтесь своей жизнью, да, смотрите только на себя, не обращайте ни на кого внимания. У меня такое ощущение, что вот у вас очень много завистников, очень много людей, которые за вами наблюдают. Не обращайте ни на кого внимания, как будто бы, знаете, вот живите в свое удовольствие. То, что вы хотите, делайте так, как вы хотите. Вообще ни на кого не ориентируйтесь. Вот такая вот у нас была скоростная и третья тоже позиция, вот, и очень быстренький экспресс расклад. Напоминаю, в подсказках вначале выложу ссылку на тот расклад про знаки, может быть, для себя что-то дополнительно найдете и там. А я благодарю Сайды Аметову за идею к этому раскладу, и до новых встреч. Пока-пока.